Ну вот, всем привет. Я сегодня решил пройтись по нашему городу со стороны Васильевска. Я на Васильевском живу. Подготовка к параду. Корабли, люди. Хорошая погода, дождя нет. Это самое главное. Вот видите, какой-то корабль проплывает. Ну, в общем, чувствуется подготовка. Улицы перекрыты. Куча людей, все смотрят, фотографируют, настроение у всех хорошее. Вот наш вид с Васильевского. Мосты все развели, днем это здорово. С удовольствием прошелся, с удовольствием посмотрел на людей, на корабли, на мосты, которые развели. Ну, наш город всегда был хороший, я был давно уже. Далеко не пошел, думаю, нет, не пойду на Васильевском, пройдусь, просто фотографирую, поснимаю, а потом возьму и вам покажу. Вам же тоже будет интересно, что у нас тут творилось. Вот вертолеты летят. Такой достаточно приличный был грохот, я просто убрал фон. Вот моя альма-матер как раз напротив. Девушка сидит. В общем, хорошая обстановка. Больше говорить ничего не буду. Посмотрите, что творилось у нас сегодня. Где-то в районе 12 часов. Все, пока-пока, до свидания. Thank you.